Итак, мои дорогие, самое главное, самое центральное предложение дня на телеканале Shopping Show от всемирно известного бренда Vivaton, который не имеет аналога в мире, но все его знают и все его любят. Это противовирусное, антисептическое действие, которое не только освежает дыхание, но действительно сейчас мы боремся со многими вирусами. Для того, чтобы чувствовать себя прекрасно, даже если у вас появились первые признаки простуды, сегодня выбирайте бренд Vivaton. Итак, вы получаете два спрея по цене 999 рублей. Это действительно единственная лучшая цена только на один единственный день. Успейте, мои дорогие, сегодня противомикробный, противогрибковый, противовоспалительный эффект. Но об этом расскажет Елена Александровна Савелова-Дерябина, которую вы знаете и любите. Спасибо, что вы сегодня с нами. Я тоже очень люблю у вас бывать, потому что, знаете, я же веду такой проект именно образовательный, вот в рамках компании Vivaton. И, конечно, когда мы людям рассказываем, учим, как пользоваться нашим препаратом, чтобы достигать более высоких результатов, это здорово. А у нас есть такая возможность, вот благодаря программе нашей, да, что, конечно, мы можем многим людям об этом рассказать, и это очень здорово, потому что Vivaton этого заслуживает. Но вот я лично уже 34 года только работаю в компании, представляете, да, а пользую Vivaton 37 лет, вот ежедневно, постоянно проверяю на себе, на своих близких, мои дети выросли на этом продукте прекрасном. Вся линейка прекрасная, но что касается спрея, это удивительная вещь, потому что, знаете, его Александр Михайлович разработал именно в пандемию коронавируса, и он стал хитом таким невероятным, особенно в весенний, осенний период, да, когда нам в любом случае идут обострения вирусных заболеваний, ну, вообще всех заболеваний, я бы сказала так. Поэтому, конечно, эта вещь такая очень необходимая. Поскольку Vivaton — это иммунокорректирующий препарат, он поднимает наш иммунитет, он выравнивает наше кислотно-щелочное равновесие за счет именно щелочных своих свойств. Получается, что мы вроде бы брызгаем в ротик такую освежающую, приятную, такую травками пахнущую, такую вкусную, по-другому не скажешь, да? И при этом мы настолько обогащаем свой организм и витаминами, и микро-макроэлементами, и аминокислотами, незаменимыми аминокислотами, все, чего из себя является Vivaton. Vivaton в спрее очень много, то есть процентное содержание Vivaton как основного компонента здесь очень высокое. Поэтому, конечно, и поднятие иммунитета, и освежающий эффект, и антисептический, и антивирусный. И сейчас, когда мы на самом деле боимся всего на свете, опять многие надели маски, я смотрю, спускаешься в метро, там уже люди, никого заставлять не надо, все уже масочки приодели. Точно. Почему? Потому что вентиляция, вот, которая вот движется и в больницах, и в поликлиниках, и в метро, вот куда бы мы ни заходили, везде все, конечно, разносится всякое разное, люди бывают нездоровы и так далее. И вот чтобы защитить себя, чтобы, знаете, как такой поставить барьер, такую вот защитную такую стену, да, чтобы непробиваемо было, и чтобы вы не болели. Это элементарная вещь, вы взяли, чуть побрызгали, заходим в метро, побрызгали, заходим в гости, побрызгали. Да. Мало того, и освежает дыхание прекрасно. Кстати говоря, тоже очень важный момент, я считаю, потому что при общении с близкими, мало ли там, салатик с чесночком съели, конечно, или просто проблемы ЖКТ, например, да, и есть все равно какие-то запахи, или есть какие-то конструкции во рту, которые тоже где-то пища застревает и так далее. И вот чтобы вот эта свежесть дыхания была всегда, всегда у нас. Это тоже, я считаю, важный момент. Ну и самое главное, вот действительно, тот спрей, который я просто обожаю, тот спрей, который и вам рассказывала всегда в моей сумке, всегда после того, как Оля Мокшин рассказала, ездила в Суздаль, она промочила ноги, и спрей ей помог, и на следующий день она чувствовала себя прекрасно. Вот я уже 4 года использую бренд Vivaton, и сегодня Юлия Ирина Колосова, наш главный эксперт рубрики «Дом», говорит: Лена, что-то я чувствую першение, я ее за руку привела в нашу студию, я ей запшикала горло, говорю: Юля, прям каждые несколько часов ты будешь чувствовать результат. 1299 рублей, эта цена была уже в октябре, сегодня только на один единственный день, поскольку центральные предложения, мы снизили цену еще на 300 рублей. И, мои дорогие, я хочу сказать, очень часто вы приходите в аптеку и говорите: дайте мне леденцы, дайте мне спрей для горла. Я один раз так купила, и у меня непереносимость, я прям не могу, ну честно, рвотный рефлекс был, я понимала, что он обжигает мне горло. За что я люблю Vivaton? Он не только очень приятный, его используют не только взрослые, но его используют и дети, которые, кстати,
часто очень являются, да, ну, причиной, кстати, заболеваний не только, ну, скажем, у там родителей, а у бабушек и у дедушек, которым нельзя болеть. Ведь правда, Елена? Конечно, конечно. Это, знаете, вот чем хорошие наши средства, и в частности вот спреи, о которых мы сейчас говорим, они много универсальные. Они годятся для всех членов семьи. А, как говорится, от малого до старого, пожалуйста, да, в любом возрасте. Нет никаких противопоказаний. Но единственное, что совсем малышам я не могу сказать, что мы прям рекомендуем брызгать, потому что они пугаются. Вот им можно это использовать, это не противопоказано, но просто более другим способом. То есть не вот брызганием, да, а немножечко раз в ложечку, например, и вот как бы можно тоже давать детям. Поэтому, знаете, и вот у меня дети выросли уже взрослые, дяди все. И вы знаете, у нас лозунг такой семейный, что лучше Виватон, а только Виватон. Поэтому столько лет мы его используем, и не столько рекламируем, сколько просто делимся вот тем, как бы опытом, что ли, его использования такого постоянного. Я, честно вам скажу, Виватону вообще я практически не изменяю, потому что побаиваюсь. У меня бывают какие-то реакции на какие-то новые препараты, то какая-то аллергия, то какая-то вот не усваивается нормально, вот не принимает организм, да. Поэтому, конечно, для меня Виватон — это большое спасение. Я его проверила временем, лично на себе, на своих детках, на своем муже, в конце концов. Он у меня тоже молодой и красивый, весь виватонщик из себя. Вот, поэтому, знаете, это на самом деле так. А когда мы видим Александра Михайловича, может быть, вот мы тоже его включим, какие-то прошлые эфиры, да, вот, он молодой, красивый, энергичный, жизнерадостный. Мы с ним вместе здесь спреем, он говорит, и с зубной пастой, как усиленный эффект. Да? Скажите мне, пожалуйста, вот Елена Александровна, если стоматиты, гингивиты, да, опять же, вот ларинготрахеиты, да, фарингиты, пропадает голос, кашель, допустим, как часто можно использовать и как часто нужно? Знаете, вот чем он хороший, его можно использовать часто. Много раз в день, и по 6, и по 7 раз в день, по 3-4, до 7 очков, да, ну, в зависимости от объема тела, в зависимости от проблемы и так далее. То есть вы можете его использовать часто, и он и освежает, и такое приятное от него ощущение. Я вот работаю с людьми, да, я как с клиентами работаю, так я вот просто перед каждым клиентом, знаете, вот делаю такую профилактику, чтобы мало ли с чем человек приходит, да, мы не знаем, может быть, какие-то есть проблемы здоровья, может, еще что-то, но опять же, свежесть дыхания. Конечно. Любимые, сегодня вы выбираете лучшие профилактику и лечение любых видов заболеваний. Обязательно выбирайте один день. Лучшая цена 999 рублей. Сразу два спрея для вас, для ваших детей и для ваших родителей.